Кайдлишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, еще в новую серию нашего 7-го сезона с модом покемонов, да, наконец-то, Эдисон решил выпустить новую серию с покемонами, да, вот, держите прямо сейчас, вот прямо сейчас держите, и все, ребята, и не доставайте меня с этими покемонами, если любишь покемонов, ставь большущий палец вверх на вот этот видос, в этой серии мы постараемся Это Басяндри? Нет, это просто вейпоинт, мне показалось, что это красный босс. В этой серии, ребята, мы с вами заспавним легендарного покемона, по крайней мере, постараемся. Также купим мастербол, ну, перед тем, как заспавнить, разумеется. И пойдем попробуем сразиться с командой R. Надеюсь, то, что у нас, ребята, получится это сделать. Вот прям, очень сильно надеюсь, то, что получится сделать, ребята. Честное слово, вот что я хотел у вас спросить, ребята. Любите ли вы покемошек, а? Ну вот напишите в комментариях. Самый креативный вопрос, который вы когда-либо слышали в жизни. Ты меня напугала, паскуда. Напишите, ребята, в комментариях, нравится ли вам покемон. Еще раз напомню, ребята, всего лишь одна ёханый бабай секунда, чтобы поставить лайк. Все, и все. Каждый из вас, если поставить лайк, мы за день наберем нафиг 15 тысяч лайков. И если мы за сегодня наберем 15... Охренеть. Если мы за сегодня наберем 15 тысяч лайков, я отвечаю то, что завтра выпущу новую серию Пиксельмона вечером. Выпущу 2 видео за день, если мы сегодня сможем дать 15 тысяч лайков на вот это. Что за молния там? Что за конец света? Ребята, честно, если мы прямо сейчас набираем 15 тысяч лайков на вот этой серии, завтра выходит новая вечером. 2 видоса за один день выйдет, я вам просто зуб даю. Вот этот зуб даю, если набираем 15 тысяч лайков, завтра не выйдет серия, я на видео просто выбиваю вот этот зуб себе. Поэтому, ребята, запомните вот это, и да, я вот вам поставлю небольшое испытание, если вы, конечно, этого хотите. Ну ладно, ребята, давайте больше не будем отвлекаться. Прокачиваем наших покемошек. Идем, покупаем мастербол. И идем сражаемся с командой R. Надеюсь, то, что у нас получится ее вздрюкать, как это говорится, да? Так, вот это заменяем, вот это выхиливаем. И снег, снежок. Ребята, я снежок хочу. Вот знаете что? Что изменилось? Опять мне показалось, что это босс. У меня, походу, какие-то галюны. Ребята, вот знаете, помните, в прошлой или позапрошлой серии я у вас спрашивал, какая у вас сейчас погода? Ну, прошло где-то 2-3 недели, поэтому, ребята, напишите, насколько много у вас изменилась погода. То есть, какая погода у вас сейчас? У меня, если честно, ну, днем где-то плюс 10. То есть, я хожу в такой легенькой кофточке, и, в принципе, мне более-менее так даже не прокладно, а так тепло. То есть, у меня сейчас плюс 10. Ребята, напишите еще раз в комментариях, где вы живете, и какая у вас сейчас погода? Минус там, или плюс сколько градусов, и идет ли у вас там снег, дождь, град... землетрясение, короче, все, что у вас там сейчас идет, мне реально будет интересно узнать и хотя бы почитать ваши комментарии, посмотреть. О, вот Маруся пишет то, что у нее там минус 10, о, а вот Васек там пишет, у него там минус 35 в Новосибирске, о, потому что, ребят, меня эта жара уже заколебала по самые не хочу, да. Это жопа, это жара, это жопа. Давайте я выключу дождик, снежок, только потому что я не понимаю, день у нас сейчас ночь, потому что все как-то темно становится, и ничего не понятно, да. И, кстати, ребята, орб, а есть ли у нас орб? У меня вот такой вопрос, потому что мы уже нашли алтарь для Молтреса, это последний легендарный покемон, ну, в смысле, птица, последний легендарный, которого мы сами можем заспавнить. Мы нашли для него алтарь. Нам нужно найти камушек, чтобы прокачать орб в огненный орб, потом прокачать орб и заспавнить нового легендарного покемона Молтреса, ёханый бабай. Да, но. В принципе, днем тут ловить нечего, потому что пылесосов, к сожалению, днем нету. Зато есть вот такая фигня вот такая, опа. Фигня, ну ладно, давайте мы тогда вот это выкинем, выкинем, вот это заберем и пойдем домой. Потому что, ребята, сейчас... нам нужно будет купить мастер ёханый больчик. А чтобы купить мастербол, нам нужно... Что там стучит, а? Для того, чтобы купить мастербол, ребята, в первую очередь нам нужно забрать вот эти все ресурсы, ну, в смысле, продать эти все ресурсы, если вот так говорить. Да ты заколебал меня стучать, честное слово. Так, это, тут уже места нету, значит, сюда. Ребята, это все нужно разложить, все по местам нужно разложить, опа, вот это. Так, а тут, кстати, что у нас? У нас что-то залетит, не залетит, значит, вот сюда залетит, да? И потом у нас шапочки всякие есть. Шапочки у нас какие-то... Шапочки у нас вообще никакие не позалетают.
вообще ничего не залетит. Так. Вот, офигеть, у нас уже даже места нету для каких-то новых шапок. Офигеть. Ребята, у нас уже полный склад какого-то там хлама, да? Это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Так, вот это вот сюда положим. А вот эту фигню я не знаю, куда положить. Вот смотрите, у нас уже просто нету места. Куда мне вот это положить? А? Вот, вот скажите мне, куда мне вот это положить? Никуда, потому что места просто нету. Ладно, зато мы, ребята, берем изумрудики, ёханый бабай. Алмазики, ёханый бабай. А золото не берем, потому что золото нам пригодится. Кстати! А может в этой серии, ребята, мы откроем... Поки! Лаки-блоки! Сколько мы уже серий не открывали поки-лаки-блоки? Это, ребята, просто... Ух, как... Поки-лаки-блоки, это... Что это сейчас было? Ну, не знаю, но поки-лаки-блоки, это, ребята, просто супер. Это прям супер-пупер. С поки-лаки-блоков может выпасть просто... Говнище! Ну, или что-то хорошенькое. Я не знаю. Поэтому давайте, ребята... О, кстати, у нас есть еще один лаки-блок. Сейчас бы дал бы кто-то мне память и вспомнить, как делаются... Кстати, ты уже тут пережарил? Пережал. Да, красавец. Красавец. О, просто красавелла, красавелла, красавелла. Так, ребята, дайте мне, пожалуйста, кто-то память. Вот помогите мне, пожалуйста, вспомнить, как крафтятся... Вот дробители. Вот давайте скрафтим... Ну, да... Да. Ну ладно, пускай будет 5. 5 дробителей. Сейчас. Нам нужно сделать 5 лаки-блоков. Вот так. Вот так. Опа. Потом вот так. И вот так. Да? У нас 6 блоков. Пока что все круто. Но проблема. Проблема в том, то, что у нас нету. Хотя давайте посмотрим, сможем ли мы сделать обычные покеболы. Давайте сделаем вот 10, да? Сейчас их нужно передолбашить. Вот это забрать и поставить вот сюда. Но чтобы их передолбашить, нам нужно пойти за... Знаете зачем? Ага, не знаете. Зато я знаю зачем залавать. Потому что угля у нас вообще, ребята, нету. А как я туда пойду, если мы даже летать не можем? Как я туда пойду, потому что у нас даже нету летающего покемона. Ладно, ладно, значит потопаем. Опа, вот так. Главное в лаву не тпхнуться. 1100... 30, 75, 452. Не туда, не... Фу, чуть не вышандарахнулся. Так, опа. Опа. Опа, просто круто. Идем домой, ребята. Ща мы сделаем поки-лаки-блоки. А сколько нам нужно? Нам не 15 нужно. Нам нужно... Дофигище, если честно. Просто офигеть, как много. Ладно, значит, ребята, мы сейчас это все будем делать. Это сюда, это поставим сюда. Это пока что не работает. Ну, в принципе, оно не должно работать. Вот так. Это пускай будет долбиться. А что нам еще делать, да? Вот такой вопросик. Что нам еще делать? В принципе, больше ничего. Да. Ребята, что мы сейчас будем делать? Дайте ко мне минуточку на соображение. В первую очередь нам нужно пойти купить мастербол. Ресурсов, ну, не скажу, что у нас много ресурсов, но давайте. Давайте мы сначала подождем, пока это все переделается, а потом пойдем и все купим. Хорошо? Вот прям секунда, вот смотрите. Вот сейчас. Ну вот, ребята, прошло там буквально 5-6 минут, и наконец-то это все. Да харе, уже понимаю, что у тебя еще дофига лавы, но давай прекращай. Сейчас, ребята, как это все делается? Знаете, как это все делается? Хреново это все делается, потому что у нас нету камушка. А камушек нам нужен для того, чтобы сделать кнопки в первую очередь. И, ребята, вот напишите прямо сейчас в комментарии, пока я вот это буду долбить. Вот давайте, ребята, свои предположения. Как вы думаете, что мне сейчас выпадет с этих 6 поки-лаки блоков? Потому что, если мне хватит алмазов, ну, я сейчас пойду в первую очередь продам алмазы и все мои ресурсы, чтобы купить себе мастербол. Потому что в этой серии мы, наверное, будем спамить Артикуну. Наверное. В этой или в следующей. Ну, сейчас, ребята, мы все разберемся. Если будет время. Хватать времени. Да. А поэтому, ребята, сейчас напишите в комментарии, как вы думаете, выпадет ли нам что-то полезное с этих поки-лаки-блоков. Вот сейчас, ребята, мы это все и узнаем. Нам, конечно, там офигеть, как много нужно вот этого всего дела. Но давайте посмотрим. В первую очередь ставим вот это, не-не-не-не, вот это и вот это. Что я скрафтил? Что... Я скрафтил пулю. Я не кнопку скрафтил, я скрафтил пулю. Ладно, уже не пули, уже кнопки. Дебила кусок. Ну, не, я пошутил. Ладно, ребята.
сколько? 33. Ладно, хочешь долбить, долби вот это. Ребята, давайте посмотрим, как это все произойдет и сколько мы вообще, мне кажется, мы сможем скрафтить, ну сколько? Ну, 2. Ну, 4, да? 4. Ну, 5, да? Нет, мы можем скрафтить 4. 4, но тут у нас еще ждет одна фигня. Ну, давайте, ребята, я еще немного подожду. Еще немного подожду и вернусь, когда у меня все будет уже готово, чтобы никто не парился, не смотрел, как я тут крафчу и многое другое, хорошо? Ну вот, ребята, в принципе, мы и вернулись. Ну, в смысле, я вернулся, я пошел, добыл камушек, все остальное, уже даже утром наступило и многое другое. Но сейчас, ребята, давайте мы быстренько это все сделаем. Где мои вот эти фигни? В первую очередь создаем вот это, 16, потом ставим, опа, вот сюда, потом опа, вот сюда, опа, вот сюда. И у нас 6 покелаки блоков. В первую очередь идем на базу команды. Не сюда. Вот сюда. Идем на базу команды R. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Сможем ли мы обменять у нашей элитной продавщицы, потому что в последнее время она начала что-то нам завышать цены. Нам нужно 2 стака монет золотых, чтобы купить мастербольчик. Я очень сильно надеюсь, то, что нам хватит. Пожалуйста. Не хватит. Ладно. Ладно, паскуда. Ладно, паскуда. Значит, нам не хватает... Сколько? 20-22. Мы даже не сможем сейчас улучшить наш... Ребята, мы даже не сможем улучшить сейчас наши поки... лаки-блоки, потому что у нас просто нету алмазов. А именно с алмазами они улучшаются. И это плохо. Это очень плохо. Нам сейчас нужно тратить один стак. Это куда я, жопа? Ты говно. Не туда ты поехнулся. Заразился уже словом говно от некоторых людишек. Наверное, вы знаете от кого. Ребята, я не знаю, что нам делать, потому что покеблоки, лаки-блоки, улучшаются с помощью... Офигеть просто. Давайте, ребята... Ладно, ладно, давайте вот это потратим. Нам не хватает 2. Вот 2. Вот просто 2. Значит, нам нужно 10 золота. Да ты что издеваешься, ёханый баба? Я сейчас буду тпхаться туда-сюда, потому что тебе там не хватает. Ладно, 10 золота не хватает. Ладно. 1, 2, 3, 4, 5, вот, 10. А ну... У нас еще 27. А ну сколько это будет? Ну, в принципе, неплохо. Вот так, да? Ну, нормально. Сойдет, да. Идем. Да, ты ж тупая. Идем сюда. Купим себе мастербол, а дальше, ребята, посмотрим, что нам делать, потому что я пока сам не знаю. Может, мы сейчас пойдем. О, кстати, у нас уже нокталт прокачанный, поэтому мы сейчас можем пойти. Вот. Так, все, 2 стака. И покупаем, ребята, сразу мастербол. Пока не будем спамить никого, потому что в любой момент может спамиться какой-то другой легендарный покемон. А если он заспамится, у нас не будет. Не будет у нас, короче, понимаете, чего, мастербола, то я просто застрелюсь, потому что мы прокакаем опять легендарного покемона. Тут опять дождь идет. Да ты же тупая, ты же ты делаешь? Так, ребята, в первую очередь, ну ладно, давайте откроем один. Ох ты, ёханый бабай, Чаризард. Откроем один покелаки-блок, а за следующими мы пойдем, ну пойдем искать алмазики. Как нужно правильно искать алмазики? Летать, находить лаки-блоки и надеяться, то, что с них выпадет что-то нормальное. Да, да. Ну, в принципе, таким образом, к концу серии мы откроем все наши лаки-блоки. Откроем сейчас первые, ребята. Вы, наверное, напишите прямо сейчас. Вот, напишите, что выпадет с этого лаки-блока. Надеюсь, что-то хорошее. Идем искать. Тупая ты, глум. Идем искать, ребята. 315. Идем искать... лаки-блоки, и будем надеяться, то, что нам с них выпадет что-то нормальное. Очень надеюсь, да. Ну, в смысле, алмазики. Но, ребята, не забывайте то, что в то время, как мы ходим тут по пустыне, в любой момент может заспавиться Грудон. Это крутой легендарный покемон, и, в принципе, я надеюсь, что он нас заспавится, потому что я уже давно его хочу. Поэтому, ребята, очень сильно надеемся. Это сразу сломаем. Так, ничего нормального. Ничего нормального. Алмазик. О, ох, ты же один алмазик нашли. Ох, не могу, один алмазик нашли. Это, конечно, все круто, но с одним алмазиком... Ну, ладно, вот, типа, раз. Вот. Смогу улучшить только один поке-лаки-блок.
только на плюс 12 удачи, и в принципе больше ничего. Ладно, зато у нас есть Ноктава, который сейчас нас покатает. Ну, я очень сильно на это надеюсь. Так, ладно, ребята, полетели, потому что нам действительно сейчас нужно найти что-то полезное. Полетим в ту сторону, надеемся то, что будет куча лаки-блоков, и надеемся то, что с них будет выпадать, ну, хотя бы реально какие-то полезные вещички. Очень сильно надеюсь. Ну, Лигарудоша, ты, в принципе, тоже можешь спавниться, мы все будем этому очень сильно рады. Поэтому, ребята, знаете что? Как я уже только что на начале серии сказал, если мы наберем 15 тысяч лайков на вот этой серии, завтра выйдет следующая серия покемона, я просто обещаю, будет две серии покемона в один день. Но! Набираем 15 тысяч лайков, и следующая серия будет длиться 1 час! Завтра 1 час покемонов, если прямо сейчас наберем 15 тысяч лайков. Поэтому, ребята, я просто повторяюсь, если вы просто очень сильно любите покемонов, а мне это нужно знать. Мне это, ребята, нужно знать. И знать в том смысле то, что... Знать, насколько часто выпускать покемонов, насколько вы их любите, действительно стоит ли их выпускать, ну, хотя бы раз в два дня, допустим. Ну, или каждый день, по два видоса в день, если вы, конечно, этого, ребята, хотите. Ладно, мы идем за лаки-блоками, но пока я нифига не вижу, ни одного лаки-блока я не вижу. И мы уже пролетели, в принципе, нормально, и пока даже ничего. И мы уже вылетели оттуда, где была пустыня. Но. Ребята, не забывайте то, что в горах также может заспавиться легендарный покемон, который называется вроде Энтей, если я не ошибаюсь. Энтей — это легендарная огненная собачура. Да. Вы спрашиваете, зачем ты, дебил, добываешь... Ну, не дебил, не надо меня оскорблять, я обижусь, ребята. Если вы... Сейчас задаетесь вопросом, зачем я отбываю уголь, а затем то, что я заколебался ходить каждый раз за лавой, а уголь, в принципе, нужен, чтобы хотя бы немного печки работали. Вот, добудем 20 угля, и, в принципе, нормально. Да-да-да, все нормально, все нормально. Так, нам нужно искать пустыню, потому что в пустыне легче всего можно найти лаки-блоки. Так, 4 875 минус 1406. Да. Харе подыхать. Харе подыхать. Опа. А, нет, мы тут уже были, потому что тут у нас есть колодец. Сейчас бы колодец нам заспавнить. С колодца есть шанс то, что выпадет. Офигеть, как много чего хорошего. Ребята, помните, когда мы уже много раз открывали колодцы, и много раз нам просто картофанчик давали, потому что ничего не выпадало. Вот лаки-блок. Много раз мы открывали, нам дофигище просто ресурсов давало. И много раз нам подсрачники давали, потому что нас просто... Сыпалась куча TNT. Мы нашли один... Нафиг. Один... Все, что нам нужно было, это найти один лаки-блок. Точнее, да, один лаки-блок. И смотрите, что нам выпало. 10 изумруда и 12 алмазов. Ребята, круто. Давайте вот этот откроем вот так. Да, вот так. С 12... С 12 удачей. Что-то нормальное. Я тебя просто прошу. Давай что-то нормальное, ребята. У меня такой вопросик. Зачем нам опыт с того блока, на который мы потратили 1 редстоун, 8 камня, 8 железа, 8 золота, 8 покеболов и 1 алмаз? Зачем нам вот всей этой констанции, или как эта фигня называется, нам выпадает пол уровня? На эти лаки-блоки, ёханый бабай, а. Ладно, давайте, ребята, улучшим следующий. Следующий уже улучшим на 2. Вот так. Сейчас будет у нас 24 удачи. Но пока не будем призывать, а пока у нас идет перезарядочка, ребята. Пускай покебол подумает над своим поведением. Вот, покается немного, потому что опыт нафиг с лаки-блока — это жуть просто. Надеемся то, что, ребята, сейчас еще что-то найдем. Что-то полезное. Очень-очень сильно надеюсь, что найдем что-то полезное. Пожалуйста, только не говорите то, что сейчас тут уже будет заканчиваться пустыня. Потому что в пустыне, как я уже сказал, легче всего искать лаки-блок. Потому что их тут можно заметить просто с большого расстояния. Но я пока ничего не... Вот тут сейчас Грудон заспавнится, ребята, смотрите. Вот давайте, раз, два. Ладно, не Грудон, но зато покелут нашли. Лучше бы не находили, потому что дерьмецо выпало, а не покелут, если честно. А хотя знаете, что нам лучше всего делать на закате?
Ребята, вы помните, что нам лучше всего делать на закате? У нас уже закат, да? Уже закат. Уже закат, поэтому нужно идти на Селеби. Селеби, вот, Flower Forest. Да? Я правильно пришел? Да. Это, ребята, то место, где тут можно спавниться Селеби. Ну, Селеби мы, в принципе, уже словили, поэтому Селеби нам не нужно. Тут можно спавниться Райкваза, потому что тут Sunflower Plains. Тут можно спавниться... Кто? Грудон тут есть? Да, тут есть Desert Hills, тут можно спавниться Грудон. А тут, ребята, у нас на закате... Опа, боссик. А тут у нас может на закате спавниться Райкоу. Легендарный электрический покемон. Пес. Псина просто. Псина! Четыре покемона, четыре легендарных покемона могут заспавниться в одном месте. Конечно, шанс этого мизерный просто. Ну, ладно. Ладно, это выкидываем. Это выкидываем. Это выкидываем. Это выкидываем. И больше ничего не надо выкидывать, да? Да. Замечательно, замечательно. Конечно, нужно было выкидывать. Да не, Эмполин, а ну залезай обратно, Эмполин. Вот, фастбол. Поднимайся, фастбол. Вот, замечательно. Ну что, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну давай, Райкоу, ну будь молодцом. Ну, пожалуйста. Селеби, нет, Селеби не надо, потому что Селеби уже у нас есть. И сейчас Селеби заспавнится, я просто застрелю вот этого пипинсера, который там стоит. Но зато Райкваза нужно, чтобы заспавнилась. Райкваза, ты прям чудо-юдо, рыбаки. Давай, ты самый крутой покемон. Самый крутой покемон, Райкваза. Да, мы все так думаем, да, ребята, Райкваза самый крутой покемон. Конечно, конечно. Но что-то Райкваза не хочет спавниться. Но зато сейчас Гроудоша вот прям как шандарахнет с неба, как молния среди ясного неба. Не. Но зато Райкоу сейчас такой придет, псина такая желтая и просто поразит нас всех, да? Нет. Никого нет. Вот просто не покемоны, а тварь. Вот твари бессердечные. Вот. Это еще кто такой? Это еще. Ты случайно не босик? Босик, охренеть, как я вообще узнал? Офигеть, просто. Это паскуда. Давай, Амфорос, электробол. Да твою-то задницу, ты что, офигел? Как ты вообще на. Шо? Как это вообще произошло? Покехилл. Давай электроболами и в задницу. Вот. Вот как надо их убивать. Чё вы с ними паритесь? Я что-то не могу понять. Так, выкинуть нам, конечно, нечего. Эндюр, рейдж, эндюр выкинем. И тут у нас что? У нас тоже какая-то фигня, да? Ладно, это тоже выкинем. Не надо. Ладно, ребята, следующий. 24 удачи. Давайте сразу зачарим вот этот на сколько? На 3, да? 1, 2, 3. Вы готовы? Я нет. Это нужно открывать и надеяться, что то, что выпадет, что-то хорошее. Пожалуйста. Сколько? Кикболы выпали. Ладно, сколько? А где? Ну, выпало штук 6. Может штук 6. Выпало, мне кажется, даже штуки 4 где-то. Ах ты жопа конченая. Твою что задницу. Это просто офигеть, ребята. Честное слово. Это просто офигеть. Ладно, сейчас мы идем на команду R. Давайте выспимся. Идем на команду R. Попробуем ее разобрать. Ну, в смысле помощников команды R. Потому что нам еще там осталось пройти несколько помощников. В предыдущий раз я ходил на одного, но не смог его убить. Потому что он слишком какой-то жопа сильный, да? Но сейчас, ребята, мы... Сейчас посмотрим. Давайте откроем еще один вот этот Pixelmon Lucky Block. Изначально давайте выложим весь вот этот хламчик, который у нас тут есть. Ресурсы. Вот. Да. Сейчас это сюда. Шапочки. Что мы тут можем выложить? Ничего? Или все же что-то сможем выложить? Не? Ну что? Вернись. Так, сюда. 1, 2, 3, 4, 5. Замечательно. И тут шапочка вот эта. Электрайзера. О, вот эта фигня крутая. Она для эволюции электробаза в электривайва или вайра, или как он там называется. Это нужно, ребята. Это очень даже нужно. Так, у нас есть, ребята, Файрстоун. Файрстоун-то у нас есть, но у нас нету... Есть у нас орб? Пожалуйста. Есть 18 Rare Candy, но арба нету. Круто. Ладно, давайте открываем. Опять дождь, твою задницу. Да пропади ты уже дождь вот этот, ребята. Давайте открываем.
Ладно, у нас 7 алмазов, да, 7. Стало 23. Нам выпало 16 алмазов. Почему нам продолжает выпадать... я не понимаю, почему нам продолжают выпадать обычные предметы из Поки-Лаки блока. И, конечно, не жалуюсь то, что нам выпало 15 изумрудов, 13 алмазов. Но мы потратили 8 золота, потратили 3 алмаза. Ну, ладно, нам выпало 10 изумруда, 10 алмазов. Такое, ладно, пускай будет, пускай будет. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте вот сейчас 5. А на последний, ребята, я потрачу все. Я потрачу, это будет самый гигантский в мире Поки-Лаки блок. Самый гигантский в мире Поки-Лаки блок. Наверное, все же, ребята, сразимся с командой в следующей серии, так же, как и за спам легендарного покемона. Ну, посмотрим. Я хочу, ребята, сейчас посмотреть, что нам выпадет самого гигантского Поки-Лаки блока в мире. Потому что я никогда не чарил Поки-Лаки блок на 18 алмазов. А, кстати, мы не можем его зачарить на 18 алмазов. Мы можем его зачарить максимум на 100 удачи. Но, ребята, я никогда еще не чарил Поки-Лаки блок на 100. На 100. На 100 удачи. Никогда. Мне интересно, что выпадет с этого. У этого сколько? Где-то 46? Ну, у этого, короче, половина. Половина с того всего, что вы можете зачарить. Ну, в смысле, там где-то 50, допустим, удачи. А вот тут, ребята, у нас 100 удачи. Так, давай, дайте я выложу вот это все. Идите сюда. Это сначала вот сюда выложу. Ребята, мне просто офигеть, как интересно, что он сейчас нам выпадет, потому что я никогда не чарил вот прям настолько. Никогда. Вот никогда. Сейчас, ребята, мы посмотрим, что нам с этого выпадет. Дайте-ка я вот это быстренько заберу, а то меня это бесит, если честно. Вот так. Чтобы у нас все было круто распределено. Вот так, замечательно. Мне просто интересно, что нам выпадет. Ребята, поехали. Половина удачи. Я потратил 5 алмазов, 8 золота, 8 покеболов, 8 камня и 1 редстоун, чтобы нам выпал фул. Чтобы нам выпал золотой сет. Чтобы нам выпала броня, которая, в принципе, в жопу не сдалась в мире покемонов. Потому что тут монстров даже нету. Мне просто не от кого защищаться. Зачем мне вообще броня? У меня вот такой вопрос. Мне интересно, с какого, извиняюсь, ребята, за выражение, говнеца сделаны вот эти Поки-Лаки блоки, если... С Поки-Лаки блоков, с которых должны выпадать покемоны. Должны выпадать какие-то редкие вещи из мира покемонов, допустим, Мастер Болла или Экспешери, Лаки Эджи, типа самые редкие предметы. Почему мне выпадает конская броня? Я никогда в жизни этого не пойму, но утопись ты нафиг, конская броня, утопись ты вот это все говно, и плавай там говно, вот плавай там. Я, ребята, вам просто говорю. Если мне... С этого Поки-Лаки блока, на который мы потратили, я не знаю, где-то 10 алмазов. Если мне с него выпадет какая-то железная броня, стак земли, пол уровня, то есть XP. Если мне выпадет, я даже не знаю, если мне выпадет 3 яблочка, или пирожок какой-то, или подсрачник, я никогда в жизни больше не буду открывать Поки-Лаки блоки. Никогда просто. Потому что я сейчас потратил на него где-то 10 алмазов и зачарил его на максимум удачи. Если мне сейчас выпадет говно, я никогда не буду открывать. Ребята, держитесь все за руки, возьмите друг друга за руки, возьмитесь просто в такой... Ну, просто в семью объединитесь. Ребята, держите за меня кулаки. Вот давай, прямо сейчас сделай вот так. Эдисон, давай. Эдисон, если мне сейчас выпадет говно, я убьюсь. Ребята, вы готовы? Давайте. Раз. Два. Два с половиной. Один. Не, я забыл считать. Наверное, три. Меня уже печалит то, что из Поки-Лаки блока опять не выпали шмотки из мира покемонов. И никакой покемон не заспавнился, а заспавнился Йохан и Бабай сундук. Сейчас у нас три варианта. Мы открываем этот сундук, и весь наш дом нахрен взрывается, потому что это...
просто сундук-ловушка, и я вот этот дом буду заново перестраивать, если это реально, если мне с покелаки-блока, который я зачарил на 10 алмазов, выпадет куча TNT, взорвет мой дом, я нахрен удаляю этот сезон с покемонами. И никогда его больше не буду записывать. Ну, я, конечно, образно, но все же. Или какие-то там хрень, допустим, там, не знаю, паутина какая-то, там, с пластинками, как это обычно бывает. Ну, или куча ресурсов. Не угадал. Золотое яблоко, 2 алмаза и 3 лаки-блока. Ребята, мне кажется, я никогда в жизни больше не буду открывать вот эти конченые поки-лаки-блоки. Я просто специально сейчас пойду, открою вот эти 3 лаки-блока и надеюсь, то, что мне с них выпадет хотя бы алмазы, чтобы компенсировать вот эти 20 алмазов, которые я сейчас потратил. Палка! Дальше. Все. Никогда больше. Все, ребят. С этими котятами будем заканчивать серию. Никогда больше не буду открывать ни лаки-блоки, ни поки-лаки-блоки, потому что это кидалово. Это как всякие рулетки, всякие ящики в CSGO, всякие там паки в Хардстоуне, всякие рулетки, там, казино, сайты с CSGO со скинами, кидалово, мошенничество и ничего больше нафиг. Я заколебался тратить кучу алмазов и ресурсов, чтобы я потратил стак покеболов нафиг. Стак покеболов, чтобы создать 6 покелакеблоков. Мне выпало 3 алмаза и золотая бронька. Не, ребята, давайте на этом заканчивать. Несмотря ни на что, несмотря на везение в этой серии, в мире покемонов, харе, мяу, 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 я понял. Ребята, буду... Да твою-то задницу, давайте отойдем. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы влепите большущий палец вверх на вот этот видос. Буду очень сильно этому рад. И как я сказал, если мы сможем каким-то чудом сегодня набрать 15 тысяч лайков на вот этой серии, обещаю то, что завтра выйдет новая серия покемонов, которая будет длиться 1 час. Ребята, также подписывайтесь на мой канал, ставьте. А знаете, когда подпишитесь, нажимайте, кстати, рядом, если вы подписаны, нажмите прямо сейчас на вот тот колокольчик возле подписки. Это круто, потому что вы будете получать уведомления, когда будет выходить мое видео. Если будет выходить по 2 видео каждый день, вы будете получать уведомления на ваш телефон или компьютер сразу после вот того, как видосик выйдет. Поэтому не поленитесь, нажмите и напишите что-то в комментарии, понравилась ли вам эта серия и ждете ли вы следующую серию на моем канале. Ребята, встретимся завтра, потому что видео на моем канале выходит каждый день. И я каждый день вас жду, ребята. Приходите, смотрите, я буду очень сильно рад вас видеть на моем канале. Ребята, еще раз вам скажу, приходите. Вот третий раз скажу, приходите, потому что реально видосы выходят каждый день. Каждый день приходите. Буду ждать вас, ребята, каждый день. Большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.